человек с бриллиантовыми глазами. Ты прекрасна, как кредит на век, выплачиваемый равными долями. Естественно, выплачиваемый не нами. Глаза твои тянут на 100 карат. Улыбка сияет на 1000 ватт. Я хочу быть такой бесценной, как ты. И в замке твоем воплощать все мечты. А деньги твои мне совсем не нужны. Завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги вместе. Какие деньги, дорогой? О чем ты говоришь? Постой. А лучше иди-ка дорогу своей. Мне, бедной девушке, чувство важнее. Меня вела, да? Фу. Осмелился я спорить с ветром, что от заката до зари, то ласково, а то небрежно ласкает волосы твои. Меня вела дорога сердца, тебя любить мне суждено. Не знаю, черта или бога, благодарить мне все равно. Ах, вот негодная ты здесь! Когда теперь мы будем есть? Иди-ка ты обед подай, а то получше нагоняй. Подожди. Я была несправедлива, поняла я все. И вот тебе Аленке плитка и зелененький айпод. Вот, и ехали мы с Мишей, они, значит, спрашивают, зачем вам кухня? Вот, и я говорю, а вы чё, близнецы? Я говорю, а мы просто однофамильцы. Значит, он Федотов, а я Овсянкин. Вот. А мы потом приехали, и дальше, значит, поехали. Вот. А, значит, он говорит, а вы когда вернётесь? А может, вам кипятильник так поставить? Мы ее за Давида был, переехала был. Что же делать? Как же быть? Надо будет закопать. Я знаю, что делать. Недаром 2 года не морщись. Я смотрел сериал «Скорая помощь». А я 1.5 года назад пересмотрел «Доктор Хаус» все серии подряд. А я смотрел «Спасателей Малибу». И ничем вам тут помочь не могу. Принц! Владимир Владимирович, принц! Буду краток. Оживлять. Надо было закопать. Опа, ну какая встреча. Я Владимир. Добрый вечер. Вовка, где тебя носила? Я тебя звонить просила. Тамара, ты лето. Пойдем-ка вспомним наше лето. Я так ждала тебя. Все надеялся и ждал. Я в страхе жил и так страдал под гнетом мачехи скупой. Не мог доселе быть с тобой. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Белоснежка, просыпайся. Белоснежка, просыпайся. Есть наследство у тебя! Да!
1300. Евро? Баксов. Ну, отлично. Построю-ка я ресторанчик в Ницце. А, кстати, кто ты, мой спаситель? Мой чудесный избавитель? Принц я, загнанный в стекло. ЗАГС работает еще? А что скрывает зеркало души, признаться, узнавать я не спешил. В сказках говорят всегда, что побеждает доброта. И тот, кто искренне влюблен, судьбой не будет обделен. Наш шанс ушел, и был таков. Жизнь не любит простаков. Шуточки. А ну выйдите вон из клана. А ладно, не будем портить праздник. Сегодня на наш танцевальный вечер приехал танцор междугороднего класса А. Победитель конкурса «Золотая шаурма». Обладатель премии «Молодая тюбетейка». И не побоюсь этого слова, просто паскок современного танца Али Кирилл.
Баба. Встречайте, пожалуйста. I've never been lonely. One more. Мальчишки в вихре безудержной страсти, а меня не оставили плакать, сидя на стиральной машине в ванной. Поступили жестоко, обломали крылья и оставили плакать, забывая про совесть. Что же это такое? Thank you.
на фляга, школа модных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Кавалеры приглашают даму, там, где брошка, там, кажется, вперед. Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад, наоборот. Что вы хотите, молодочек? Да я вот, вот это вот... Я все понял. Не говорите больше ни слова. Сию минуту поправилась. Я вижу, ваша широкая душа тянется к прекрасному языку танца. Дерзайте, дерзайте, мой друг. Становимся парой. Берем партнершу в крестовую позицию. Проводим партнершу под верхнюю руку. Быстрее определяемся, какая рука верхняя. Учитель, посмотрите, что мы делаем не так. Почему-то больно. А вы говорили, что должно быть приятно. Я же старался. Итак, поменялись. Так. Как за дело, девушка, поддержите. Не нависайте на ней. Выше, не отрыв. Запомните. Запомните, от танцев никакой пользы. Только радость. Трудитесь, трудитесь и работайте над собой. Стороная света проходит сыр-жерба. Быстро, как белка, колесики спешат. Катют минуты среди забот и дел. Идут, идут. Пролетел.